И всем привет, с вами Алексей Лукаш, и сегодня мы узнаем, где же покупать игры дешево. Но это не будет не как в прошлой части, ненадежная такая платформа или как сайт, где можно покупать. А сейчас у нас будет 100% надежное все, без обмана какого-либо. И это называется Humble Bundle. Собственно, это откуда берутся все эти рандомные ключи, вот отсюда именно их покупают. Такие Humble Bundle, их было очень много, были и годные, и не очень хорошие. Собственно, сейчас проводится Humble PCN Android Bundle, тут еще, видимо, Download for Android еще можно загрузить. Собственно, такие дела. Собственно, как это все работает? Это английский ресурс, американский, наверное, все-таки, я не знаю. Так, где у нас зарегистрировано? Не знаю, где-то зарегистрировано, наверное, все-таки в США. Собственно, как это все работает? Поймите его, платите сколько хотите. На самом деле, не сколько хотите, а $1, самая минимальная цена. Или если хотите получить дополнительные игры, вам надо заплатить больше, чем 3 или $5, там по-разному бывает. Ну, тут, например, 2,90. Собственно, вы выбираете, например, я хочу заплатить вот так, $1. Собственно, мне говорят, что я не могу получить этот, более, короче, вот этот контент не могу получить. Заплатить еще 1,91 цент, чтобы открыть, собственно. Тут можно платить только с помощью карты, или PayPal, или Amazon. Это не для России, для России это с помощью карты. Собственно, вводим свой адрес, я не буду вводить. Карту можно зарегистрировать, это с помощью Kiwi можно зарегистрировать эту, сейчас скажу, виртуальную карту. Она, по-моему, стоит регистрации, или она бесплатная, я не помню. По-моему, бесплатная все-таки. Это карта, я ее регистрировал, но не буду показывать. Или с помощью реальной карты можете платить, если у вас есть. Я не уверен, что она у вас есть. Собственно, как Kiwi карту там регистрировать, это не ко мне, но... Собственно, вы, наверное, поняли. Тут бывают разные, Weekly Bundle, не только Humble, тут Steam Marines для Steam уже. Все, ну то тоже для Steam, по-моему. Да, там тоже для Steam. Тут даже книжки есть, но это всякие там... Всякое не очень хорошее чтиво, всякие Dungeons and Dragons. Так, Mobile Bundle. Его тут нет пока, собственно. Есть еще и другие сайты, не только этот. Например, есть Indiegala, по-моему. Да, Indiegala. Так, где тут Mysterious Bundle? Так, это... Тоже $1 стоит. Да, собственно. Везде это платится одинаково, по-моему. Там много очень ресурсов. И тут тоже, кстати, много бандлов. Эти же бандлы можно покупать на том же сайте, где я показывал в прошлый раз. Собственно, только там они стоят дороже. Там они стоят уже не $1, как тут, а уже по 100 рублей, по-моему. И тут Humble Bundle, напишем, типа. Humble Bundle. Bindle. Да. Bundle. Давайте посмотрим. Вот, смотрите, вот 100 рублей. Это стоит вообще 179 рублей. По-моему, это полный, но я не уверен. Смотрите, это старые бандлы. Они, по-моему, еще были в 2012-13. Собственно, если хотите купить старые бандлы, то идите сюда. Они обычно годные какие-нибудь, типа. Вот это... Да, кстати, хороший бандл, вот мне нравится. Вот Виктория 2 есть. Warriors of Roses, Kingmaker. Но у меня все эти игры по отдельности есть, так что мне никакого резона покупать его нету. Хотя, если бы я купил его тут, я бы сэкономил много денег. Deep Silver Bundle. С Metro 33, Ryzen. Собственно, вы поняли, наверное. И если хотите, я не знаю даже, стоит ли делать вообще видео про регистрацию Kiwi карты. По-моему, это вообще просто там кнопочку нажать и телефончик ввести свой. Ну ладно. Если хотите, то ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока, удачи, до новых встреч.